Продолжение темы. Суд Оршанского района и города Орши вынес приговор гражданину Российской Федерации. Он в 2017 году ввез на территорию нашей страны большое количество патронов и пороха. С подробностями дела помощник прокурора Оршанского района Дмитрий Орехова. Данный гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы Республики Беларусь лицом, не имеющим права находиться на территории Республики Беларусь. К нему ранее неоднократно применялись меры административного взыскания, уголовного наказания, однако должных выводов для себя он не сделал и вновь был привлечен к уголовной ответственности. На основании приговора ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без конфискации имущества. Еще раз хочется напомнить всем гражданам Республики Беларусь, проживающим гражданам иных государств на территории нашего государства о том, что незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ несет ответственность в соответствии с законом.